После 2 лет пандемии в Улан-Удэ вновь проводится Байкальский шахматный фестиваль. В этом году в соревнованиях участвуют больше 120 человек, как взрослые, так и дети. Я уже несколько раз играла тут. Я попытаюсь занять первое место. Ну, хорошо будет, если я третье займу среди девочек. Это и так будет хорошо. Рита и Сару еще совсем маленькие, но уже участвуют во многих соревнованиях и занимают призовые места. Большой майский вапит, первенство ЛБ, первенство Бурятии и Рождество, турнир Шагжиева, шахматный принц. Мы занимаемся год, но уже неплохие результаты, очень ей нравится. Главное, сама играет. Вот каждый день она занимается на личесе, играет с монголами. Вот победит — будем рады, не победит — будем дальше работать. Опыт, новый опыт. Конечно, обязательно новый опыт, друзья. Игры проходят по швейцарской системе в 9 туров, а общий призовой фонд фестиваля более 50 тысяч рублей. 30 лет работаю здесь после, как на Алварзе работал инженером-конструктором. И благодаря шахматам, значит, я повидал мир. Был в 90-м году в международном турнире в Болгарии, в Югославии, в 91-м Польше. Я вот дождался таких времен. Тогда в советское время было очень сложно. В 91-м организовал здесь турнир в памяти героя Изотова Карина. Приезжали поляки, я 2 отпуска потратил. А сейчас очень хорошо, международные турниры проводятся. Фестиваль проходит с 11 по 16 июля. Уже в субботу в городском шахматном клубе пройдет финальное награждение участников. Глеб Кигородцев, Жаргал Эрденеев, телекомпания АТВ.